Данные обвесы, они никого не оставят равнодушными. У меня проект, и они должны быть какие-то быть оригинальные, не как у всех. Но у меня пиздец, пацаны, можно не запикивать, у меня пиздец. Пойдем вместе с вами уже получим товар, ну а распаковывать уже будем в гараже. Пацаны, короче, компания днищенская. Вот тут бучу подняли, тут уже ФБР приезжала, ОМОН. Братва, здорово всем, у нас будет сегодня выпуск про обвес, и вы скажете: Абрам, ну что ты на фоне Лексуса стоишь здесь, выпендриваешься? У нас должна быть краткая подводка, чтобы всем было интересно, быстренько рассказал, что будет в этой серии, и пошли смотреть видос. Но, пацаны, краткой подводки не будет, так-то у меня очень сильно бомбит. Что касается обвесов, вы мне, пацаны, часто говорите: Абрам, где же твои обвесы, где? А я говорю: все, заказал, заказываю, покупаю, везут. Ну, в общем-то, настал тот день. Давайте рассказываю историю. В Новосибирске много компаний, кто занимается изготовлением этих обвесов. Но когда я говорю, что я блогер, я покажу на канале, как вы делаете, и давайте сотрудничать, у нас нет ни одной компании. Все с Денчиком не хотят работать. Возможно, как мне сказали, они боятся, что все будет криво, что будет ничего не подходить. А возможно, просто я картавый неудачник. Ну, выход был найден. Нашел я ребят, которые занимаются крутыми обвесами, изготавливают их самостоятельно, и находятся они в Барнауле. Так что они мне уже начали давненько изготавливать. Ну, сколько давненько? Уже недели две точно прошло. И все конкретно сделали красиво. Ребят, данные обвесы, они никого не оставят равнодушными, потому что, ну, вы сами понимаете, у меня проект, и они должны быть какие-то быть оригинальные, не как у всех. Но у меня пиздец, пацаны, можно не запикивать, у меня пиздец. Самые низкие обвесы, кто понимает, наверное, про что я говорю, они поймут, какая это модель. Пока я не буду сейчас говорить, в этой серии вы все, я думаю, узнаете. Они сказали, кто изготавливает обвесы, говорят, лучше всего они подходят. Они просто идеально встают, их не надо подгонять. Они самые красивые, сказали. Ну, в общем-то, мне их изготовили и отправили в транспортной компании «Энергия». Да, товарищи из транспортной компании «Энергия» отправили с Барнаула в Новосибирск ехать полдня на машине. Сейчас там дядя Вася припаркуется. Ехать здесь полдня на машине. Ну, сначала они почему-то посчитали, что надо отправить на другой склад. Ошибочно прошло 3 дня. Потом они наконец-то отправили с Барнаула в Новосибирск. Ну, а их везти полдня. Но они везли 3 дня, пацаны, вы сами это должны понимать. 3 дня везти. В сегодняшнем выпуске мы просто сделаем распаковку, посмотрим, к марку подставим. Плюс еще я заказал, наконец-то, поворотник у нас, который один стоит, не Стаур версии, мне который ошибочно выслали. Так что уже заказан с Владивостока. Стоит, наверное, так же, как все остальные туриковские. По отдельности они очень дорогие. Короче, пацаны, направляемся в транспортную компанию и направляемся на этом Алексее. Наконец-то он мне пригодился. Все разобрано, не стал я дожидаться газели, не стал я дожидаться окончания майских праздников, потому что обвесы — это крайняя запчасть, которая не хватает к покраске. Я думаю, после майских праздников, когда я найду, кто мне будет машину красить, я загоняю машину, и у нас, в принципе, уже все будет готово. Так что сиденье развожу. Я думаю, здесь должно поместиться 2 бампера, 2 чумовых обвеса, они будут вместе с бамперами сразу литые идти, очень должны быть кайфовые. Ну и пороги. Заводим Леху и погнали. Кочергой в этой у**ать транспортной компании за такую доставку. Ну, Абрам, добрая душа, не буду воспользоваться вот этим отцовским агрегатом. Пусть лежит и ждет своего часа. Привози с собой кого хочешь. Мы любому обоснуем, кто ты и что ты, понял? Понял! Раньше, когда я ездил за этим Lexus, мне казалось, она супер стремительная, быстрая тачка, что она очень хорошо тормозит. Ну, знаете, к хорошему быстро привыкаешь. После марка вообще никакая машина не едет. Я здесь на тормоза жму, она все тормозит, уже тормозит, машина тяжелая.
Кажется, вообще здесь тормозов нету. Но удивительно на самом деле момент. Хоть здесь и лошадок 238, но уже кажется, динамики никакущей нету. Также, пацаны, не забывайте, что продолжаем конкурс на самые креативные комментарии. Придумайте, что было весело и интересно, я именно тебе отправлю 500 рублей. Ну а победителям по прошлому выпуску у нас вот этот комментарий. Так что поздравляю тебя и пиши мне в личку, я тебе переведу бабки. Прибыли в нищенскую компанию, ехали минут 20-25, находится на другом уже берегу. Но очень хочу посмотреть, что получилось, какое качество. Так что пойдем вместе с вами уже получим товар, ну а распаковывать уже будем в гараже. Пацаны, короче, компания нищенская. Увидели, что камеру снимаем, что снимаем, еще оператор мой сказал, что телевидение. Это пиздец, тут бучу подняли, тут уже ФБР приезжало, ОМОН. С товаром напутали, 40 минут все это оформляли, перезвешивали. В два раза дороже заплатил, ну, уехал с обвесами. Сейчас грузим и в гараже уже будем смотреть. Забрать груз транспортной компании «Энергия» мне пришлось где-то 40, а то и час потратить времени. Его упаковали неправильно, расчеты были неправильные. Я уже думал, все, пацаны, ну вот эти обвесы дебильные. Я понимаю, я уже давно бы плюнул, но обвесы очень сильно нужны. Вы меня уже давно требуете. Я не мог не добить этот вопрос до конца. Короче, все, пацаны. Вот оно все лежит, все вроде бы красиво, аккуратно. И коробку мы уже забрали с одним стоп-сигналом. Это задний правый стоп-сигнал у меня стоит не туриковский. Это должен быть туриковский, если, конечно же, опять пришло то, что мне надо. Сейчас мы как-нибудь аккуратненько доедем так, чтобы не поцарапать салончик. Разгрузимся, ну и будем это все дело разрывать и смотреть. Отключили нам свет, работаем в тяжелых условиях. Ну, благо у нас видно. Давайте начнем с самого простого, а в то же время самого сложного. Здесь у нас должна быть фара, модель у него должна быть 280-я. Все, пацаны, скрываем, делайте ваши ставки на этот раз. Тот стоп-сигнал будет или не тот. Добротно упаковали. Уже резать. Что-то мне подсказывает, что это еще не все. 22 280, это, пацаны, тот стоп-сигнал, темный, правый. Так что сначала мы сейчас поставим все это дело, а чуть позже поговорим про обвес, я расскажу, где я их заказывал, чтобы вы тоже могли приобрести. Ну и будем хотя бы примерим, посмотрим. Давайте быстренько воткнем его, чтобы было все по фен-шую. Все поставили, можете меня поздравлять, не прошло и месяца буквально, когда я по частичкам сделал задницу из турика. Все подошло идеально, номер 22280, какой должен быть везде, так что сейчас все у нас цельное. Кому, ребят, нужны задние стоп-сигналы, вот эту правую я покупал контрактно, состояние очень хорошее, пишите в личку, продам. Также у меня есть полностью комплект, уже, ну, такая же обычная, не туриковская, обычная старенькая задняя оптика. Кому надо, пишите также в личку. Недорого продам, чтобы хоть маленько компенсировать затраты. Ну и приступим уже к самому интересному. Это, конечно же, обвес. Обвесы, как я говорил ранее, заказывал в Барнауле. Читал отзывы, смотрел, кто лучше делает, кто хуже. Только положительные оценки были этой компании. Называется она «Обвесов». Ссылку, конечно же, я оставлю в описании. Переходите, смотрите, какие они изготавливают обвесы. Когда я начну ставить, мы потом позже посмотрим, насколько они идеально подогнаны. Ну, как говорил завод-изготовитель, а точнее компания, встает просто на ура. Давайте начнем с переднего бампера. Это самое интересное. Вы уже сами видите размеры вот эти. И чтобы эти размеры влезли ко мне сюда, это уже цельные обвесы. Бампера цельные обвесы.
веса. Я напомню, что у меня сейчас находится. Ну все, этот бампер на выкид, я его просто так закрепил, временно поездить. А тут уже цельный и бампер, и обвес уже в одном все сделано. Задний, передний бампер. Ну вот я развожил эти бомбезные бампера, обвесы. Еще вдобавок у меня будет стоять вот такая вот решетка радиатора. Здесь будет сеточка такая, ну уже более спортивная, потому что это у меня в одном крепление где-то сломано, и она и облезшая. Будет вот такая спортивная решетка радиатора. Когда я это все дело поставлю, я в первый и последний раз заезжаю в этот гараж. Можно с ним уже смело будет попрощаться на дорогах. Ну, честно, не знаю, пацаны. Называется он BN Sport, этот обвес. Да, пацаны, все красиво. Смотрите, какой передний бампер. Вырез под кулек. Здесь кулек будет красиво торчать. Но есть один недочет. Это самый низкий обвес, который только бывает. Вот мне еще такие наклеечки чумовые дали обвесов. Как раз кто производством занимается. Ладно, бампер, пацаны, все нравится. Задний бампер тоже чумово выглядит. Самое такое, это основное, это юбки, пацаны. Я сейчас вот просто положил. Это беда. Юбка просто вот такая вот ширины, и у меня будет дорожный просвет примерно 4 пальца. Не знаю, смогу я ездить на дорогах, не смогу, оставьте в комментарии. Примерно вот такой будет дорожный просвет. Конечно, когда это все дело покрасится, встанет, это все будет намного красивее смотреться. Но примерно это дело вот так вот поднимется. Не дает встать из-за брызговика. Брызговики мы снимем. Ну вот примерно что-то вот такое вот получится. Вот так вот. Ну, блин, вот такой вот дорожный просвет, когда вот, ну, рука еле-еле влазит, с учетом того, что я еще машину не занижал. Не знаю, что с занижением будет. Ну и пойдемте посмотрим задний бампер. Он тоже цельный, литой. По красоте у меня претензий никаких нету. Все вроде бы четенько. Вырез уже под выхлопную трубу. Он такой прям массивный. Когда это дело все покрасится, пацаны, ну, это все по-другому будет уже сверкать, смотреться. Вот так вот что-то будет. Ну, блин, круто, пацаны, на самом деле круто. Машина преобразится. В гараж я, наверное, буду спускаться только если досочки подкладывать, если вообще получится. В этой серии мы, пацаны, пока сделали распаковку, вам показали, сказал, где я заказывал. Напомню, ссылка будет в описании. Ходите, перейдите, посмотрите, сколько они стоят, если вас заинтересовало. А стоят они средних денег на самом деле. В принципе, машина уже готова к покраске. Впереди майские праздники. Понятное дело, никто не работает в майские праздники, надо отдохнуть, съездить на природу. Ну и в это время уже найти людей, кто сможет это все дело покрасить, кто сможет все это дело установить. Ну и я думаю, постепенно наш Марк будет преображаться. Так что большая просьба, оставьте комментарий, что вы думаете вообще по этим обвесам, как они вам понравились, не понравились. Ну мне понравилось, круто. Одно переживание, что они самые низкие. Сейчас я вам найду в интернете фотографии и покажу вообще, как это дело должно выглядеть на таких обвесах BN Sport. Посмотрите, ну и оставьте свой комментарий. В принципе, когда это все дело окрашено, когда это все стоит на крутых дисках, выглядит просто по-чумовому. Будет, пацаны, круто, поверьте мне. Так что спасибо, что смотрели этот ролик. Спасибо, что оставляете комментарии. Пишите, поддерживаете. В принципе, на сегодня это все. Такая коротенькая серия. С вами был, как всегда, Абрам. Уже не просто Абрам, а уже такой стрит-рейсер будущий. До новых встреч и всем пока. Давай хотя бы это мне на душу брать. И жизнь не сахар, да и быть сахаром ей нахуй. Мечты для пацанов, одна из них любовь. Без навязанных понтов, общаемся без слов.